Все, живого места буквально нет. И переносила страшные вещи. У меня в Аргентине было так, что я очень терпеливая. Но я кричала от боли. Такое у меня было со спиной. Это все пришлось пережить. И тем не менее, я никогда не тренировалась до потери сознания. Я знаю актеров, которые, танцоров, которые после класса шли вниз на сцену. Сзади, когда там идет репетиция, сзади пируэты делали, прыгали. Это сказалось, что класс – это мало. Мне класс было как раз. Потом, знаете, надо было заставить, а сама себя заставить не хотела. Может быть, это и плохо. В чем-то плохо, в чем-то хорошо. Как-то, в общем, уравновесилось. Уважаемая Мария Михайловна, простите за банальный вопрос. А приходилось ли вам жить в коммуналке? Где? В коммунальной квартире здесь. О! Приходил. Вы жили когда-нибудь? Кто не жил в коммунальной квартире? Таких спасибо. Нет. Вы знаете, я жила в коммунальной квартире, дом Большого театра. Это как раз сзади. Вот здесь колонны, а сзади Большого театра, откуда выносят декорации, Щепкинский проезд. И коммунальная квартира. В нашей квартире было 22 человека. Был один туалет, это уж как хочешь. Длинный коридор, маленькие дети на велосипеде ездили, шумели. Телефон стоял в коридоре. Такая озвученная квартира. Громко говорили, потому что плохо было слышно. Тоже одна ванна была, очередь на все. Вот только конфорок было довольно много. Но вы знаете, поскольку, в общем, все были певцы, пианисты были, балетные, в общем, все друг друга знали, это как-то так, скандалов не было, коммунальных. Но забава была для нас, если это можно назвать забавой, что из этих дверей, откуда выносили декорации, их швыряли с такой силой, что было непонятно, как они остаются целы. Ну, конечно, с сопровождающимся текстом. Словом, вот была такая жизнь. Мария Михайловна, какой спектакль в вашей жизни был самым необычным, ярким? Знаете, всегда интересно сделать то, что не делал никто до. Тоже «Лебединое озеро», пускай я его танцевала по-своему, я дала свой стиль по миру. Сейчас танцуют так, как я предложила, везде. Но все равно не я первая. А мне всегда было интересно создать. И если говорить о том, что я создала, это «Кармен». Эта роль, она была очень желанна всю жизнь. Мне вообще всегда Испания очень нравилась. Что-то меня в Испании, может быть, где-то в прошлой жизни, если она была, где-то, по-моему, что-то связано с Испанией.
Я пережила запрет этого спектакля. Это было тяжело. И началась настоящая война. Во мне вдруг какое-то не то что упорство, упрямство, мужество. Оно родилось, потому что, знаете, бросить в разгар возможностей свое искусство – это непросто. А я тогда сказала в Министерстве культуры, что я могу бросить. Если «Кармен» будет запрещена, забудьте про меня вообще. Я не буду на сцене больше. В министерстве всех трясло, и меня все трясло. И сидели вот так. И, знаете, та же Фурцева, от которой тогда все зависело, ее собственная жизнь от нее не зависела. Потому что, как у Вознесенского, есть победители, прикованные к пленным. Они были к нам прикованы. И они тоже не все могли, далеко не все. Она тоже всех, все и вся боялась. Она обязана была запретить, потому что ее бы тогда сняли. Вот такая вот была страшная война. Я сказала, что все, кончено. Нет, вы предательница классического танца. Вы должны отказаться от «Кармен». Я сказала, нет. «Кармен умрет», она кричала. Я спокойно сказала, «Кармен умрет тогда, когда умру я». Она просто плюхнулась в кресло и не знала, что делать. Потому что она понимала, что тут идет скандал. Больше того, декорации уплыли в Канаду. Это Большой театр, ехал на Экспо. Я не поехала. Вы поедете с Дон Кихотом, нет? А я... Что же я скажу публике, которая купила билеты на «Кармен»? Вы скажите, что спектакль еще не готов. Я сказала, нет, Екатерина Сергеевна, я этого не скажу. Я скажу правду. Я скажу, что у нас нету свободы, что у нас запрещается, подумайте, это 67-й год, когда никто ничего не говорил. Сейчас иногда я слышу, нет свободы, так странно, а все говорят. Все можно говорить, все говорят, но нет свободы. Мы ничего не могли говорить, мы не могли рот открыть. И тогда, когда это нельзя было действительно сказать, я это сказала. Не поехала, но я три месяца была больна. Вот просто душа у меня.